Последний месяц лета. У североказахстанцев на него разные планы, но все же большинство из них связаны с поездками на природу, пикниками и прогулками. Если, конечно, погода позволит. Какое оно будет в августе, хорошо знают синоптики и моя коллега Дарья Пушмынцева. Каждый год североказахстанцы ждут лета как чудо. Три месяца они стараются как можно больше времени проводить на свежем воздухе, греться на солнце, купаться и загорать. Конечно, когда делать это жителям региона позволяет погода. Первые два летних месяца подарили североказахстанцам много солнечных дней. Они очень надеются, что август их тоже не подведет. Вот как сегодня хорошо. И солнце есть, и не жарко. 23 градуса – самая хорошая погода для нас. Чтобы август был таким же жарким, как июль, чтобы можно было каждый день гулять. Я бы хотел дальше, чтобы лето оставалось. Если верить прогнозам местных синоптиков, то лето в августе останется и никуда не уйдет. Поэтому те, кто запланировал поездки на природу, пикник или просто выходы на прогулки в хорошей компании, могут не переживать из-за непогоды. В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью до 11-16, местами 19 тепла, днем до 25-30, местами 33 тепла. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до 10-15, местами 7, днем до 20-25, местами 17 тепла. Следующие две декады последнего летнего месяца будут практически такими же. Что касается осадков, они в основном нужны работникам полей для хорошего урожая, то их, по данным синоптиков, в августе будет не очень много. Кратковременный дождь, гроза предполагается часто в течение месяца. Ветер 15-20 метров в секунду ожидается часто в первой, в конце второй и во второй половине третьей декады. Пыльная буря в середине второй и третьей декады. Дарья Пушмынцева, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.